Генштаб рекомендует обязать всех военнообязанных получать разрешение военкомата для выезда из Украины за рубеж. Пока это носит только рекомендательный характер. Однако норма может приобрести статус закона после принятия Верховной Радой соответствующих поправок. Указ президента мер по мобилизации, который должен быть утвержден законом, предполагает учесть рекомендации Генерального штаба Вооруженных сил Украины о введении обязательства для лиц призывного возраста о необходимости получения справки из военкомата для выезда за границу. Министр обороны Украины Степан Полторак объясняет, рекомендация Генерального штаба предусматривает обязать всех военнообязанных получать разрешительные справки из военкомата для выезда из Украины за рубеж. Те, кто сейчас воюют на Востоке, нуждаются в ротации. Согласно документу Генштаба, норма касается и тех, кто получил повестки, и лиц призывного возраста. Сейчас таких норм в законодательстве нет, хотя ранее это было прописано в соответствующих законах.